17 мая в Донской государственной публичной библиотеке состоялась отчетно-выборная конференция Ростовского областного отделения Союза журналистов России. Уважать человеческое достоинство, избегать оскорбительного тона, проверять то, что ты пишешь, и отвечать за свои слова. Вот если мы будем с вами сохранять именно профессиональные члены Союза и профессиональные журналисты, сохранять эти незабываемые истины, следовать им, я думаю, наша профессия будет жить долго. И я очень хочу пожелать всем нам успехов и творческих успехов, и вечной жизни нашей профессии. Спасибо. Председателем Союза журналистов России по Ростовской области на новый срок избрана Вера Николаевна Южанская, главный редактор областной газеты «Наше время».